Сулейман, как же это? Ну, выйди, умоляю тебя. Вах-вах, госпожа. Что случилось? Чем вы расстроены? Не надо вам было ехать сюда. Принцесса, что с вами? Что сделал этот варвар? Ничего. Никогда он нас не отпустит. Никогда нам отсюда не выбраться. Других женщин. Госпожа, ну перестаньте, право же, мне за вас страшно. Вели остановить. Придержи коней! Дышать не могу. Да останови же! Куда она ездила? Право, госпожа, не знаю. И Гюляга с ней отправился. Вон идет. Что с ней такое? Хюрем Хатун. Только тебя мне сейчас не хватало. Что с тобой? Откуда идешь? Так, погулять ходила. И тебе бы не помешало. Ты не утомилась гадать день-деньской, кто куда ходил, чем занимался? Видела, что с ней творится? И глаза от слез опухшие. В чем тут дело? Сейчас и узнаем.
Сюмбюляга! Бегаешь от меня? Что вы, госпожа, да разве я... Иди за мной! Госпожа, но мне нужно... Пойдем, сказала! Ну, Гивляга, расскажи мне все. Я жду. Что госпожа хочет знать? Куда ты свою госпожу возил? Откуда приехали? То есть, госпожа, откуда мы, значит, едем, да? В охотничьем домике были, да? Как вы смогли узнать? Ну вот. Выходит, вы там и были. Ну, госпожа, Но что ты юлишь, Гюляга? Я знаю о женщине, что там живет. Право же, не пойму, о чем вы, госпожа? Что за женщина? Пора мне, госпожа. Да и Хатун меня ждет. С вашего позволения. Вот отчего Хюрем Хатун нынче сама не своя. Сюмбюляга, ты свои уловки брось. Я была там. Там та женщина. Сама видела. Эйва, как же это вы могли видеть? Ты ведь меня туда и привел. Кто я? Забыл? Так и скажу повелителю. А вот если расскажешь мне все, молчать буду. Не надо бы вам знать. С кем он был? Я вам не говорил, так? Это Изабелла. Изабелла Фортуна. Она кастильская принцесса. Принцесса? А, принцесса. И давно она там? Месяца три уже. Он 3 месяца меня за нос водит? Почему она здесь? Кто привез? Это все Ибрагим Паша приказал, госпожа. Аллах свидетель. Турецкие корсары привезли ее к нам на продажу. Я пошел в порт, выкупил ее и отвез в охотничий домик. Мне ведь как прикажут, я так и сделаю, госпожа. Сюмбюляга, все. Иди. Слушай. Госпожа. Он изменяет мне. Предал меня он. Госпожа, баню истопили. Вам отдых нужен. Ничто мне уже покой вернуть не сможет. Он с ней был. Я сама все видела. Вместе они вошли внутрь. Сулейман все еще там. Он и сейчас с ней. Госпожа. Повелитель хочет вас видеть. Ты ему рассказал? Он знает, что я все видела? О, да как можно? Я бы не посмел. О. Повелитель только что почтил приходом гарем и сразу же пожелал вас увидеть. Уходи. Я
обязан сообщить повелителю эту новость. Дело важное, до утра ждать не может. Повелитель. Не хотел вас беспокоить, но большое несчастье произошло. Что там? Принцесса Изабелла. Что? В том, что в охотничьем домике пожар. Вели немедля седлать коня. Сулейман, что случилось? Куда ты едешь? Сулейман, скажи мне, что случилось? Ничего. Ждала меня? Ничего значит. Ночь на дворе, а ты коня седлаешь. Я очень устал. Хочу спать, лечь. Можешь идти. Как же быстро растут. Мехмета что ж не привела? Мехмет сейчас на занятиях. Валиде? Входи. Садись с нами. Не сейчас, Валиде. Мустафа у тети, надо за ним съездить. И Хатидже Султан заодно навещу. Что-нибудь передать ей от вас? И славно. Поезжай к ней. Нельзя ей одной быть. Хирем, хочешь, поедем вместе? Вдвоем веселей. Спасибо тебе. Я не могу сейчас. А что? Съездишь, может быть? Хатидже проведаешь? А просто не зачем? На всех статуях. Их разобьют, тетя? Ибрагим вернется, он все решит. Вот и мама. Прошу вас. Мустафу забрать приехала. Хюрем со мной съездить согласилась. Госпожа, ну как вы здесь? Все за вас беспокоятся? Хорошо. Чудно. А статуи? Тетя говорит, Ибрагим их сломает. Вот и накрыли их. Ибрагим Паша будет очень расстроен. Но, по-моему, вы верно решили. Спасибо. Только мне ни в чьем одобрении нужды нет. Нигер Калфа? Слушаю, госпожа. Позови-ка наших гостей. Пусть с нами побудут. А кто у вас в гостях? Сейчас познакомитесь. Ну что ж, пойдемте-ка в дом. Кто у вас гостит, госпожа? Кто-то из правящей семьи, наверное? Нет. Но поверьте мне, наш повелитель этого гостя очень высоко ценит. Он и приказал его сюда доставить. Ну вот, наша гостья. Принцесса Изабелла Фортуна. Прежде жила в охотничьем домике. Но вчера ночью там случился большой пожар. Наш повелитель лично вмешался и приказал
здесь ее поселить. Принцесса Изабелла, Махидевран Султан, Мустафа ее сын, Хюрем Султан, она мать четверых детей повелителя. Значит, всего лишь две жены приехали? А где остальные? Что такое? Принцесса рада, госпожа. Хюрем, что с тобой? Ты бледна. Госпожа, позвольте мне вернуться во дворец. Что с тобой? Живот разболелся. Я лучше пойду. Ладно. Поезжай, отдохни. Госпожа, пожалуй, нам тоже пора ехать. Идем, Мустафа. К сожалению, нам уже пора. До встречи, принцесса Изабелла. Ты очень милый мальчик. И всегда оставайся таким. Только не становись тираном, как твой отец. Мой отец вовсе не тиран. Она хотела, чтобы я ее увидела. Хатидже нарочно ее привела. Они все помогают этой женщине. Мама! Мехримах, дочка, вот. Так они со мной обходятся. Госпожа, повелитель только что приехал и направляется в комнату Валиде Султан. Понятно. И я Нигер Калфу видела. Она к портному за тканями приехала. Где она сейчас? С тех пор, как тебя нет, скучно стало в гареме. Без тебя все не как прежде. Гарем будто сердце лишился. Хоть бы навестила нас, истосковались ведь все. Паша домой приедет, тогда я вернусь, иншалла. Сама по дворцу скучаю. Госпожа? Нигер Калфа. Слушаю, госпожа. Зачем приехала? Госпожа, я ткани для принцессы выбирала. Ее платья сгорели. Новые надо сшить. Ха. Нигер, ты теперь моими глазами будешь. Я хочу знать о каждом шаге этой женщины. Если повелитель приедет, сразу же мне сообщишь. Поняла меня? Все-все будешь примечать. Госпожа, помнится, я молила вас доверять мне. А вы меня изменницей назвали. Не поверили. Что же сейчас переменилось? Это для тебя шанс заслужить прощение. Не упусти. Хюрем. А ты что здесь делаешь? Я беспокоилась за тебя. Как живот? Мы ведь обе с тобой знаем, зачем ты пришла сюда.
Мне скажешь? Ты меня с собой взяла, чтобы ту женщину показать. Ну, а теперь пришла позлорадствовать. Так и есть. Просто наслаждение. Жалко мне тебя. У меня хотя бы есть тот, кого я могу ревновать. Помнишь, я сказала, что и ты испытаешь то же, что и я? Это Изабелла. Ее глаза видела? А как смотрит-то? Уходи. Эта женщина и станет твоим концом. Я не ты, Мехидевран. Легко не сдаюсь. Но рано или поздно ты допустишь ошибку, Хюрем. Ту ошибку, что я совершила. И ты повторишь. Нет, не жди. Повторишь. Тебе судьбу не обмануть. Ты гордая. Ты его потеряешь. Сулеймана. Своими же руками этой женщине и отдашь. Прочь пошла. Быстро. Мы с Махидевран Султан к Хатидже Султан сегодня днем ездили. Познакомились с принцессой. Слышали, что у нее беда. Зачем она в том дворце живет? Раз принцесса такой почетный гость, лучше было бы ее здесь принять, повелитель. Нет, это место неподходящее. Не нужно, чтобы ее здесь видели. Вот как? Она прячется от кого-то? Именно. Я не хочу больше говорить об этом. Устал, отдохнуть хочу. Пойдем лучше в комнату. Госпожа, повелителя в комнате нет. Понятно. Не знаешь, куда он поехал? Мне это неизвестно, госпожа, но он совсем недавно ушел. Наверняка к ней опять поехал. Нилюфер. Не могу я больше. Я совсем измучилась. Что-то делать надо немедленно. Но что же, госпожа? Принцесса Изабелла, это вы, госпожа? Да. А ты кто? Не спрашивайте меня, кто я, принцесса. Просто выслушайте все, что скажу вам. Так вот, если жить хотите, уезжайте.
Что это значит? Кто ты такая? Я пришла, чтобы предупредить вас. Хюрем-султан ночью не спит из-за вас. Она главная женщина повелителя. И скоро будет здесь. И если рядом с повелителем она вас увидит, уж поверьте, худо вам будет. Уезжали бы вы, сеньора. А иначе вы умрете. Паша Хазрет Лири. И что тебе здесь надо? Паша, меня... Госпожа послала тебя? И что же у тебя за секреты с твоей госпожой? Госпожа велела узнать, как ваша гостья поживает. Как же, принцесса ведь гости государя. Ты скажи госпоже, что повелитель сам в состоянии о своих гостях позаботиться. Еще скажи, чтобы знала, что я слежу за ней. Скажи, каждый шаг ее знаю. Вздохнуть захочет, пусть оглянется. Глядишь, голову сохранит. Ты давно вернулась? Давно уже. Я пришла, а вы спите. Сколько ночей глаз не смыкала. Вот сон-то и сморил. Есть новости? Говорила с принцессой. Сказала все? Говорила, госпожа. Только Ибрагим Паша меня подловил. Видел нас вместе. Ну и что? Я-то, конечно, молчала. Только он знал, что меня вы послали. Сказал, что следит. За каждым вашим шагом наблюдает. Сказал, чтобы вы даже дышали с оглядкой. Мол, это для вашего же блага нужно. За собой следит пусть. Как бы скоро самому-то дух не испустить. We'll be right back.